До 2021 года первый этаж одного из зданий в Калиновке пустовал, пока его не выкупила администрация округа, чтобы открыть здесь филиал досугового центра «Юность». История организации богатая, но таких просторных современных помещений у нее не было никогда. Изначально инициативная группа жителей деревни Горки начинали свою деятельность в подвальном помещении своего жилого дома. После этого в 2016 году нам предоставили очень маленькое помещение, которое сейчас занимает библиотека деревни Калиновки. Но и в этих маленьких помещениях мы сумели сколотить хороший коллектив. Проверить готовность к работе кружков приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Экскурсию по обновленным помещениям для него провели директор центра Жанна Карасева и советник главы округа Моисей Шамаилов. А это у нас сегодня последний навешивает. Но дети здесь занимаются, любопытных много на улице. Да, мы это будем закрывать. Общая площадь помещения 400 квадратных метров. Планируется, что здесь будут работать 15 кружков. Одним из новых направлений станет вокальная студия. С нетерпением открытия центра ждут и участники клуба «Активное долголетие». Большой актовый зал призван решить сразу несколько задач. Здесь будет заниматься театральный кружок, проводиться выступления творческих коллективов. Но кроме того, здесь могут собираться местные жители, чтобы обсудить те или иные вопросы или встретиться с руководством территориального отдела и округа. Сейчас в центре «Юность» занимаются 120 детей, но преподавательский состав готов расширить охват до 200 человек. Тем более, что недалеко выросли новые микрорайоны, где с кружковой работой пока напряженка. Тот продукт, который есть, он, будем говорить, на 99% готов. Маленькие замечания все равно еще до понедельника должны быть устранены, но радует. Глаз здесь и светло, и тепло, и современно, несмотря на то, что находимся мы формально в деревне. В июле 2022 года начался ремонт. Больше месяца местные жители, проходя мимо этих окон, ждали, когда же он закончится и детей можно будет, наконец, приводить на занятия. Ждем, очень ждем. Хотим мальчиков отдать. У нас по 10 лет два мальчика, поэтому хотим, чтобы они хоть чем-то занимались, оторвать их от телефонов, от этих смартфонов. Ждем, когда шарики здесь надуют, и думаем, что будет все прекрасно. Официальное открытие досугового центра «Юность» в Калиновке назначено на 22 сентября. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.